Громкий коррупционный скандал разгорелся в США. Главу Сената штата Нью-Йорк Дина Скиллоса и его сына Адама обвиняют в мошенничестве, шантаже и во взяточничестве. 67-летний чиновник и его 32-летний наследник занимались вымогательством, требуя от компаний вознаграждения за свои услуги, сообщили в правоохранительных органах. По данным следствия, они получили $220 000 от компании-застройщика из Нью-Йорка и компании из Аризоны. Всего против Скиллосов выдвинуто 6 пунктов обвинения. Однако сам сенатор не признает вину и надеется на оправдательное решение суда присяжных. Адвокаты политика намерены оспорить все обвинения. Пока неизвестно, сложит ли свои полномочия депутат-республиканец на период судебного разбирательства. В настоящее время нами выявлены две проблемы, которые необходимо решить. Первое – это вопрос общественной коррупции в штате Нью-Йорк. Это серьезная проблема, которая все больше распространяется в обеих палатах. Второе – мы намерены довести дело Скиллосов до конца и положить конец коррупции в регионе.